Ну что, друзья, сейчас начнется прокачка по жизни. Научно-угарный материал. Научно-познавательный угарный материал. Во! Изначально надо яйцо загрузить мясом, белком. Потом запить нулевочкой. А потом качать железо. Так, ну а теперь что у нас, значит, будут качать самое главное на этого мужика? Это бицу. Бицу. Будем бицу прокачивать. Ох, начнем с 18. Размах тоже нахуй нужно. Сублинации будем хуярить. Вот так взяли. И доворачиваем. Хрустят масла. Подход второй. 20 с чем-то килограмм. Может даже 20. Тоже самое главное не выебаться. Значит, этим самым, что мы сейчас сделали упражнение, сначала 18, а потом 20. Да, и самое главное, друзья, не забывайте отдыхать после тренировки. Мышцы должны быть всегда сняты с напряжения. Во.